Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я поделюсь с вами, что можно сделать из груши, яблок, из падалицы. Вот столько груш нападало и яблок. В этом году они поврежденные. Вот такие вот в точечку у нас деревья все, непонятно, что происходит с ними. Ну, что-то можно из них сделать. Я делаю пастилу. Для этого я тщательно мою груши и яблоки, обрезаю все поврежденные части и тру на терке, просто с кожурой. Так, я натерла яблоки и груши, присыпала слегка сахаром. Ставим на медленный огонь и пускай томится час-полтора. Когда наши груши и яблоки стали мягкими, можно их измельчить дополнительно при помощи блендера при желании. Я не измельчала, они и так, мне и так нравятся. Затем расстилаю вот на бумагу пергаментную или на поднос. Я сушу на подоконнике. Здесь окно открыто, и солнышко, и воздух свежий, и мух нет. И пока не высохнет. Несколько дней высыхает. Если у вас нет такой возможности, можете сушить в духовке или в сушилке, если она есть. Я сушу просто на свежем воздухе, на солнышке. Так как мы живем на Кубани, у нас солнце яркое, жаркое. На улице мухи, пчелы, осы. А на подоконнике сетки, на окне сетки стоят, и на подоконнике прекрасно высыхает. Вот так готовится пастила. Вот пастила уже достаточно высохла, вот ее можно отделять теперь от бумаги, вот так отделять. Отделяем, разрезаем на кусочки, на квадратики или пластинками, как вам угодно. И я люблю, чтобы она вот не пересыхала. Вот сейчас вот она такая самая-самая вкусная пастила. Такая, храню я ее в морозилке. Я ее сворачиваю кружочками и порционно храню в морозилке. Потом достаешь, получается очень-очень вкусно. Итак, мы освободили вот пастилу. Теперь я ее переверну на эту сторону, чтобы с этой стороны она слегка подсохла. У меня нет сахарной пудры. Можно было присыпать сахарной пудрой, чтобы она не склеивалась. Но я немножко подсушу и затем сделаю рулеты. Вот так режу на полоски, пусть они подсыхают, и потом сделаю из них рулеты. Вот такие получились рулетики, теперь я ставлю их в морозильную камеру. Можно яблоки, груши перемолоть на мясорубке, тогда пастила получается более гладкой и равномерной. Но это кому как нравится. Мне, например, нравится, когда она там маленькими кусочками, когда трешь на крупной терке. А кому-то нравится, чтобы она была равномерная и гладкая. Вот тогда перемалывайте на мясорубке. Вот сейчас я перемелю и поставлю варить. Все, поставила на огонь и пускай закипит и немножко потушится. Потом я отставлю, еще раз протушу и уже можно будет раскладывать. Сахара сюда не добавляла, потому что мне больше нравится без сахара. Итак, наше фруктовое пюре сварилось, стало мягким. Так как у меня яблоки и груши были достаточно зелеными, так как у меня яблоки и груши были не совсем спелыми и твердыми, поэтому я варила примерно час или даже чуть больше, ну, пока до мягкости, пока они стали мягкими. Сахар, как я уже говорила, я не добавляла. Теперь пюре раскладываю вот на подготовленную, на доску положила я бумагу. Ничем я не смазываю, потому что бумага такая лощеная. Раскладываю пюре толщиной примерно до полусантиметра. 4-5 миллиметров. Этого достаточно, потому что я храню его в морозилке. И такая толщина вполне нормальная получается. Вот такая у нас получится пастила, хотя она и сейчас вкусная даже в таком состоянии. Итак, распределили все пюре на доске.
ставлю его сушить. Я сушу на улице, сейчас утро, еще солнышко нет, но солнышко выглянет и прекрасно будет сохнуть. Чтобы мухи не садились и комары, вот видите, она чуть-чуть подсохла, и дальше я накрываю сеточкой, и все. И она прекрасно высыхает на улице. Вот так сохнет на солнышке, тут пчелки летают, ну я накрыла, чтобы ни мухи, ни пчелки туда не садились. Пчелки летают. Осы, пчелки. Ну, от них и накрыли. Чтобы на постелу ни мухи, ни пчелы не садились. Так через сеточку хорошо даже сохнет. Можно сушить в духовке. На самом-самом маленьком огне при открытой духовке. Вот так. Сковороде. Вот оно уже высохло. Если, конечно, у вас есть сушилка, то вообще отлично. Ну вот и в духовке, видите, как хорошо высохло. Присыпаем сахарной пудрой с двух сторон, разрезаем на кусочки и сворачиваем в рулеты. Все, и замораживаем. Смотрите, вот они стояли в морозилке, вот я их достала. Какие же они вкусные. Необыкновенно вкусные, лучше всяких конфет и мороженого. Всем желаю мира, добра, вкусняшек, отличного настроения и до новых встреч на канале. Пока!